Посмотрите сюда. Если бы это была армянская церковь, они писали бы на ее стенах. Хамо, Артур, Невели Марта. Кто будет осквернять и оскорблять так свою церковь? Посмотрите на это. Все эти каменные вставки являются армянской фальсификацией. Разве писали бы они на стенах, если бы это была армянская церковь? Посмотрите на состояние церкви. Она разрушается. Входную дверь подожгли. Во время оккупации Шуши в 1992 году армяне варварски разрушили и этот памятник. Я нашел эти фотографии в архиве. Проводятся дни поэзии Вагиф. Летом 1982 года. Великий лидер перед мавзолеем. Люди находились вот здесь, участвовали в этом мероприятии. Находясь здесь в прошлый раз, я обратил внимание на это место и поручил найти в архиве фотоснимки, на которых запечатлено это событие, и этот фотоснимок был найден. Посмотрите, изображение Вагифа было на этой стене. Ненавистный враг разрушил и это, этот мрамор. А вот надгробие на могиле. Армянские вандалы разрушили его. Восстановим. Я нашел в архиве еще несколько фотоснимков, связанных с этой поездкой великого лидера в Шушу. На них есть и я. А это Наджидыр Дюзю. Один раз я уже показывал его перед родником на Таван. Есть еще один фотоснимок. Я должен показать и его. Здесь также находился бюст Вагифа. Во время прошлой поездки в Шушу я показал, что армяне снесли бюст и построили магазин. Вот он. Бюст Вагифа, и великий лидер осматривает его. Мы восстановим и этот бюст. Затем глава государства, первая леди Илейла Алиева осмотрели остатки дворца Панахали хана.
Это строение располагалось в центре историческом Шуши, и это был исторический дворец, где размещалась резиденция основателя Карабахского ханства Панахали Хана. Во время оккупации армянские вандалы разрушили и это историческое здание. Здесь находился дворец Панахали Хана. Основатель, создатель Шуши Панахали Хан построил здесь для себя дворец. Посмотрите, во что армяне превратили этот дворец. Это был исторический памятник. Ненавистный враг пришел, захватил нашу землю, изгнал людей, разрушил, снес исторические памятники, учинил вандализм, варварство. Пусть все международные организации приедут и увидят это. Пусть круги, защищающие, поддерживающие армян, всегда являющиеся их опорой, приедут и увидят, что натворили эти варвары. Освобожденные земли здесь являются свидетелем армянских зверств. В мировой истории, наверное, не было подобного вандализма. Прийти жить на чужой земле, а затем, воспользовавшись случаем, изгнать отсюда местное население, убивать, сжигать, чинить геноцид. После этого привести в такое состояние исторический памятник народа, который раскрыл тебе объятия, принял тебя, позволил здесь жить. Варварство. Когда я говорю, что отсюда словно пронеслось дикое племя, имею в виду именно эту картину.